Напомним, что было в прошлой передаче в Royal Poker Club. Добрый вечер, дорогие телезрители. С вами снова Royal Poker Club. И ваши телеведущие Виталий Заворотный. И Артур Егоров. Итак, у нас осталось в игре 4 человека. Это Том, который отобрался на шоу через фриролл. И у него сразу достаточно неплохая рука, туз валет. И довольно немало фишек по сравнению с остальными. Да, Том сейчас у нас является чип-лидером. Маленький робчик. Точнее, не маленький, но маленький небольшой робчик, у которого довольно... немного фишек, у него осталось около 10 тысяч. И блайнды уже, я предполагаю, что... 600-1200. И вот мы видим справа латвийский профессиональный игрок в покер с Прунзис. И спереди Зана. Которая добралась на тишу через фриролл. Также должен напомнить, что робчик является покерным комментатором на портале donkert.com. Итак, мы прояснили, кто есть кто, и all-in и call. Да, так как игроков осталось всего лишь 4, то достаточно агрессивная игра, плюс блайнды достаточно большие, и игроки выставились, имея на руках у Заны валеты, и у Тома туз валет. Ну и посмотрим. Насколько мы видели в прошлой серии, у Яны было около 40 тысяч, и сейчас... У Заны, да. Сейчас, да, извиняюсь, у Заны, и сейчас, мне кажется, они сравняют теки. Да, Зана выигрывает эту раздачу. Молодец. И 40 тысяч идет к ней. Все вместе 2200. Ну, Венспу, что? Попал. Кирдык. Кирдык нам, да? Или еще нет? Еще нет. Это улица, как ты говорил, улица? Унис. Унис, улица, в экстазе рвет волосы. Вот чип-каунт. Как вы видите, блайнд уже 700-1400, чип-лидер Зана имеет почти 43 тысячи, Том 36 тысяч и одинаковое количество фичек у робчика и спранца по 20 тысяч. Как ты думаешь, Артур, я бы, наверное, поставил бы на Зану в этой ситуации, так как она... Я тоже. Я считаю, что она здесь более уверенно играет. И единственное, что меня очень разочаровало, это спранцис и робчик, потому что, скажем так, я играл с ними, и я ожидал от них... реальной игры, реального экшена, но, к сожалению, пока что девушки проявляют себя лучше. И тоже мастер фриролов Том. Спра, давай быстрее. Лудзу, плиз. И Спранцис замазался и решил ответить за ней. Почему-то мне кажется, что Спранцис вылезет следующий. Ну, против раздача... грозной Заны. Она уже не выкинет, я думаю, эту руку. Это раздача small blind в big blind. У Заны тройки, у Спранца 9 короля. Достаточно интересный вариант розыгрыша выиграл Спранца, несмотря на то, что у него достаточно мало фишек. Он выбрал вариант кола с большого блайнда. И мы видим, что Спранца играет довольно... скажем так, довольно ужасно, но тем не менее он не нервничает. Отдыхаю. Так нет, нечего там сидеть дома, звони Гвидо. Обязательно. Звони Гвидо.
Ну, Зана сейчас ставит такую ставку, что она показывает, что она же не выкинет эту руку. Итак, продолжаем играть. Мы видим, что вылетела Яна, игра стала непонятной. Вылетел Виктор, и игра стала еще непонятней, потому что все ждут, они даже не общаются, они пытаются друг друга убить, они все враги, не друзья, потому я считаю, что... Ну, за покерным столом, на самом деле, друзей как таковых быть не может. Как таковых нет, но вот... Робчик некрасиво сидит, сигареты. Явно зарабатывает что-то там нехорошее для своих легких, но... Тем не менее, я считаю, что вот если отыграть много часов вместе, я считаю, что какое-то общение за столом должно быть, иначе это очень неправильно. Да, и... после ухода Яны с Виктором, Яна поддерживала очень хороший разговор, так вносила... большую лепту в жизнь покерного стола своими разговорами, своей улыбкой, но, к сожалению... шутил, и было всем весело. Сейчас они сидят, воюют, не общаются, ну, то есть... Ну, да. Их тоже можно понять, так как победитель этого шоу получает билет на стоимостью $1000 на вход на чемпионат, открытый чемпионат Латвии по покеру, который состоится в конце марта или в начале апреля, еще точную дату можно будет узнать позже. И победитель уже чемпионата Латвии получит мало того, что сумму в размере около 50-60 тысяч долларов, а также возможность поехать на мировую серию покера в Лас-Вегас. Пакет стоимостью в около 15 тысяч долларов. И представлять Латвию в Лас-Вегасе на мейн-ивенте, где будет... За первое место в районе 9 миллионов долларов. Да, был даже год, когда за первое место было 12 миллионов долларов, но это было в докризисное время, так скажем. И сейчас мы увидели, что Ян проиграл довольно много фишек с семерками против девятки туза. Открылась довольно неприятная ситуация, что открылся любой туз. Ну, конечно же, и такое бывает в покере, но я считаю, что Яна сейчас не в тилте, или, скажем так, она... не собирается сразу же ставить все фишки, а собирается отправить Тома домой. Ну, как ты считаешь, достаточно, в принципе, стандартный был розыгрыш со стороны обоих игроков в прошлой раздаче? На самом деле нет. И зная игру Заны, он мог делать какой-то... А тем временем, прошу прощения, снова разыгрывается очередная большая рука, и Спрансис с 5-7 поставил all-in со смолблайнда в бигблайнд, так у него стэк был, ну, уж совсем маленький, и Том откалировал на валет дама. Ну, скажем так, у Спрансиса был стэк 8 800. Так я уже не успею, наверное, да?